Хопа! Хопа! Хоп! Хоп! Соски в тиски, хазаски в тиски. Хопа! Опа! Пошла тяжелая артиллерия в ход. О, по колени, это по колено. Бороды нет. Если только... Ну, по крайней мере, на лице бороды нет. Пей, родной, пей. О! Муха еще летает. Достала. Да какая приставучая-то. Да уйди ты. Всем доброго времени суток, меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить с вами GTA 5. Итак, давай взглянем, чем у нас занимается наш добряк Тревор. У него целых 5 заданий, прикинь. Вот, сейчас в первую очередь посмотрим, сколько у него баблосов. Хватит ли нам на какой-нибудь бизнес замутить. Чё тут? Звучит как... Как не знаю, кто себя ведет. А, он пьяный, что ли? Сейчас смотри, будешь штормить, наверное, да? Ну, смотри. Алкоголик, блин. Лай-лай-ла-ла-лай-лай-лай-ла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 . Чё, скобейки, скобейки тут наставили. Не пройти, не пернуть. Так, сколько у него баблосов? Как мне взглянуть на баблосы? Здесь будет? А, да. 129 тысяч. Но это маловато. Это маловато будет. Мы с вами ничего не купим. Короче, нужно копить. Нужно копить деньги. На тот или иной бизнес. Ну, я думаю, давайте в дальнейшем попробуем что-нибудь купить. Сейчас будем копить. Вот, допустим, свалка машин какая-то, да? 275. Это еще неизвестно. Вы говорили то, что... Ну, когда так писали, то, что каждый персонаж свой, короче, бизнес может купить. Ну, в плане того, что определенный бизнес каждому. Вот. И не факт, что это для Тревора, вот эта свалка машин. Так, окей. Поехали, наверное. Смотри, сколько, да, тут заданий. Поехали в жатву еще раз. Еще раз в жатву сгоняем. Так, стой. В жатву. О, вроде протрезвел. Хорошо. Вроде протрезвели. Управлять транспортным средством теперь мы можем. О! Я и трезвый даже. Так, стой, кто-то звонит. Это кто? А это еще сейчас замудак. Парень, благодаря которому тебе еще не отправили в газовую камеру. Там едет сюда. Нам нужно поговорить лицом к лицу. Склад на Дач Лондон в Беннинге. Друг мой, мы можем не только разговаривать. Хлоп, доберитесь до склада. В смысле, это кто? Не понял. Ну, поехали, проверим. Ну ты задание привалило. Так, погоди. Смотри, я могу за Майкла. А что за дичь-то происходит? Непонятно. Интересно, вот этот поворот. Ну давай взглянем сейчас. Чё так долго-то? Что ты так долго думаешь, друг мой сердечный? Завязал бы с этой гадостью. Да надо бы. Лично я сижу на спидах. И что? Бум! Я в отличной форме. Ага. Ага, и с тобой, пончик, я бы два счета разобрался. Это потому что ты псих долбанный, а не потому что в хорошей форме. А иди-ка ты дальше делать и жалеть себя. Жертрест. Иди ты нахер. Ты так часто об этом говоришь, что, наверное, сам уже хочешь. Боже. Я только что и это своей жене сказал.
Вы ему морду видели, когда я ему последний раз... Бум! О, дамы! Боже, ну ты и манда. Так, теперь вы. Тебя я знаю, а тебя? Тебя не знаю. В общем, может, пусть так и дальше останется. Стив, братишка, это было замечательно. Он похож на людей из телевизора, которые рекламируют таблетки от эректильной дисфункции. Эй, Дэвиан Уэстон, мой хороший друг. Так что язык придержи, понял? И чтоб ты знал, тёлок у него больше, чем... Ну, чем у пастуха. Охеренно сказано, надо запомнить. Ты. Где мы встречались? Нигде, дружище. Нет, встречались. Эй. А что мы тут делаем-то? Вот что. Прошу вас, уберите от меня этого ублюдка. Все, все, Фердинанд, он ушел, ушел. У меня тут теперь новые друзья. Это Майкл, а это... Это Тревор. Нет. В общем, наш друг говорит, что ничего не знает. Я ничего не знаю. Не знаю я. Я ведь уже все рассказал. Ничего, ничего, я не знаю ничего. Прошу, пожалуйста. Ты знаешь про азербайджанцев? А? Азербайджанцев. Я делаю аудиовизуальные записи. Хай-фай. Он там главный. Цена хорошая. VIP. Понимаете? Ты сраный шпион. Нет, нет, я не шпион. И мудакам из управления это известно. Нет. Так что я тоже хочу знать, что ты им говорил. И что они тебе сказали. Я им говорил... Говорил тоже... Тоже, что и вам. Ага. Что? Я... Ничего такого. Дом в Рокфорд-Хиллз. Его владелец... Работает в консульстве. Это все, что я знаю. Это все? Это все. Все. Мы его разговорим. Нет, 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 нет. А вы двое поезжайте в Рокфорд Хиллз, когда мы знаем, что именно нам нужен, вы его ликвидируете. Потому что меня достало, что... что это там? Дебил, он, короче, достается слава. Я так думаю, сейчас мое самое время, дружище, ну, прокатиться. Ты работай. Не обращай на меня внимания. Нет. Этот парень твой сосед, Caesar's Place, Rockford Hills. Так, доберитесь до дома. Окей. О! Ну, Дэви. Дэви же его, да, зовут? Поедем на твоей тачиле. Ничего, что если я ее поцарапаю, там немножко разобью. Или еще чего. Да. Едем, короче. Срезаем. Муха еще летает. Достала. Опа. Это все из-за мухи. Это все из-за мухи, Дэви. Я врезался. Да какая приставучая-то. Да уйди ты. Какая приставучая муха. Сейчас, минутку, погоди-ка. Не убил, промазал. Все, расступились, короче, я еду. Я и так уже опаздываю, наверное. И же тоже, наверное, время поджимает. Any of that could happen at any time. Slow down. Let's think this through. What does he know? He knows I'm alive. He knows I got money. And now he knows I'm working with the FIB. Повернули. How long? The fuck does that matter? Either you were working with us before the cash depot job. You walked your... Да блин, а чё её так резко заносит-то? Я вообще не понимаю. Вроде как бы, блин, не такая уж и спортивная тачка. Я что-то смотрю, видал, как просто в поворот ее заносит на задницу. Who's to say which of those... Блин. Сор, чувак. Я тебя навещу потом в больничке. Да, я если честно, не хотел, как бы, блин, допустим, типа по сюжетке идти, да? Ой, текстуры опять пропали. По сюжетке, типа, идти. Вот.
Ну, видишь, тут само как-то. Тут как-то само. Так, погоди. Оп. Херня какая-то. Это здесь? Дэви, последние несколько недель они снимали здесь реальных сучек из предместья. Это точно не наш клиент. Черт. Правда, что ли? Я позвоню Стиву. Что-то там какую-то порнуху снимает? Это не тот дом. И мужик не тот. Так, 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 так. А вы точно не хотите его замочить? Мочить мы будем только того, кого нужно. Давай другой адрес. Точно не хотите его замочить. Эй, ты кофе хочешь? Пытайте мистера К. Это был не тот изображенец. Надо узнать у мистера К другой адрес. Выберите инструмент и займись им. С чего начнем, дружок? Погодите, о чем это вы говорите? Не тот? Нет? Да кто же вам нужен? Скажи, чего ты хочешь? Пожалуйста, посмотри на меня. Пожалуйста. Окей, так, используйте взад и кнопку правую мышь, чтобы выбрать оружие для пытки. Ну окей, смотри, здесь у нас есть и канистра, и плоскогубцы, разводной ключ, короче. Жесть. Давай. По стандарту, да? Электрошок. Включи эту штуку. Удерживать, чтобы установить левый зажим. Опа! Хопа! Хопа! Хоп! Хоп! Соски в тиски, хазаски в тиски. Хопа! Хопа! Оп! Чтобы дать искру еще. Погоди-ка. Ух ты, нифига. Че, страшно, да? Нифига себе искра, да, такой? Жесть. Видел его рожу? Мистер Филлипс, спросите у него про Тахира Джавана. Что же вы сразу не сказали? Тахира я знаю. Оставил ему домашний кинотеатр. Он живет в Чумаше. Прямо на западном шоссе. Ну вот, совсем не сложно, правда же, а? Запомнили? Слышали, что он сказал? Он живет в Чумаше. Эх, не дал кофе попить, Чумаше. Машину поведешь ты. Не забывай, терроризм не дремлет. Вот козел. Блин, не дал кофе, да, допить? Пипец. Блин, вот у них, да, привычка, смотри, они просто возле кафе такие раз и просто такой взял, попил такой, бросил, короче, эту. Засрано, да, все, пипец. Ну, у них, в принципе, да, и уборщики, наверное, убираются, видишь, город-то все равно как чистый, да? Даже несмотря на то, что мы уже второй раз, да, по-моему, встречаем, что кофе просто бросают. So how are Steve and Trevor getting along? Seems like a productive relationship. Now, like I said, he's got his uses. And as you can see, we're trying to take full advantage of them. Then what? This thing with the agency gets put to rest, and we don't need you anymore. Right. And what about Trevor? У уборщиков здесь есть работка. Блин. I need some resolution, Davey. You let him walk. You said you'd clean the whole thing up back in North Yankton. Не обращайте внимания, ну, вы уже, наверное, привыкли к моему вождению, поэтому... все ништяк. Это все машина, это не я. Я вожу нормально, это все машина неудобная. Педали неудобные. Руль неудобный. We'll send another letter. It's about time anyway. Oh, so that's you who's been sending those fucking letters to Trevor. Смотри, она на шоссе-то она разгоняется нехило, да, вот эта точила. Who he thinks is locked up in high security and not, well, not six feet under in grave mark Michael Town. The train. Все, приехали. Что там за собака скулила? Все, приехали. Нус. С чемоданчиком. Подойдет. Так. А, мы будем убивать? Узнаем, кого мы ищем. Да, нам понадобится описание цели. Ага, я разберусь. Подготовь его. Нет, нет, пожалуйста, я расскажу все, что вы хотите узнать. Займись им. Нет, не надо.
Блин, с другой стороны, чувака-то жалко, да? Ну ладно. Давай-ка. Бесплатная стоматология, видишь, как тебе повезло. У меня отличные зубы. Они стерильные. По часовой стрелке шатать. Да ладно, нифига. Ё-моё, тебе придется забыть о стейках на некоторое время. У меня ж самому зубы заболели. Аля, фу-фу, хапи-фу. Это он там так сказал. Чё, может еще один? Блин, а зачем передний-то зуб? Зачем передний-то зуб? Можно было где-нибудь там, чтоб не видно было. Я был готов говорить. Полтора месяца назад, когда меня похитили, этого мы и боялись. А сейчас я настроен сотрудничать. Расскажи нам про этого человека, как он выглядит. Среднее телосложение, средний рост, средний возраст. Ну да. Похоже, ты что-то скрываешь. Средний рост, средняя комплекция, смуглый. В конце концов, это чертов азербайджанец. Этого хватит? Блин, ну, что-то немного. Среднее телосложение... Мы в эфире. Так, это не он. Видишь кого-нибудь похожего на азербайджанца? Откуда я знаю? Может, ты сам азербайджанец? На кого они похожи? Ну, они восточной внешности. Тут половина жителей с востока, а все потому, что мы свергли шаха. Ну, вот это, да? Средний, да? Да блин, их столько, смотри, их много. Их много здесь. Вон там еще какие-то. Их много. Вот этот похож. Так, выберите Тревора. Так не пойдет, приятель. Черт. Надо подумать, он. Бздынь. Извини, ты опоздал. Тревор, выдай ему еще участнику, нашему участнику приз. Так, а чего мы еще не пробовали? Давай-ка, наверное... Вот этим? Пошла тяжелая артиллерия в ход. Ударить разводным ключом. О, по колени-то, по колено. Ну и что ты нам скажешь, а? Или Трев опять должен тебя растормошить? Пожалуйста, не надо. Нет, у него борода. У него есть борода, густая борода. Мне кажется, ты выдумываешь. Нет, правда, да, серьезно. Я правду говорю. Есть там густые бороды, а? Потому что это все, что он знает, мистер К. Наверное, проще всего всадить в информатора пару пуль, а ночью Маша Бич произвести авиаудар. Так, давай гляди в прицел. Так, борода. Блин, нет, это не то. Тут бороды нет. Если только... Ну, по крайней мере, на лице бороды нет. Так, борода вот. Начнем с уровня гнома. Будем двигаться по нисходящей, пока... Тут полно бород. Война славится крошечными бородками. Блин, я же говорил. Черт. Вон борода. Вон борода. Все бородатые. Да я выбрал Тревора, чё ты? Я смотрю, ты не очень-то торопишься выдавать информацию. У него борода. Курит. Дымит, как сраный паровоз. Ну, не знаю, Тревор, еще разок давай. Так, на всякий случай. Ага. Курит он. Это все, что я знаю. Так. Ну, мы не пробовали еще... Вот этим. Дружище, тебе не на что жаловаться, тут все законно. Все законно. Это пытка. Вот что это такое. Я же захлебнусь. У меня во рту кровь. Сейчас промоем. Я думал, он за яйца сейчас хватит. Садист. Ой. Мучитель. Я захлебнусь. Сейчас мы тебе промоем, короче. У тебя во рту кровь. Мы сейчас промоем. Пей, родной, пей. Поднимайся. Фига, у него там сердце просто фигачит. Ну что, он достаточно сделал для национальной безопасности? Погоди, он что, сдох? Сделать укол. Просыпайся, Соня. Я еще здесь.
Нифига себе. И шприцом просто смотри. Чпуй. Такой звук. Мистер Кей. Я больше ничего не знаю, пожалуйста, мистер Кей. Тихо, тихо. Все в порядке. Он без конца смолит Редвуд, и он левша. Чего? Он без конца смолит, и он левша. А, понятно. Бородатый курильщик есть? Нам нужен парень, который курит 1-2 пачки в день. Сигареты Редвуд. Спасибо, мистер Кей. Стив говорит, что парень курит Редвуд. Его убьют не сигареты, а парни, который ставит предупреждение на пачке. И он левша. О, я должен убить человека, потому что у него борода. Сигарета, и он левша. Так, погоди. Левша. Это у нас... Это правая рукой, да? Если это получается как зеркальное отражение, да? Правая рука. Окей. Правая рука... Вот левша, смотри. Я говорю, вот. Я тебе говорю, я просто тебе кричу. Так, о! Я кого-то вижу, он соответствует описанию. Ага, подходит под описание. У меня хорошее предчувствие. Ну, насколько оно вообще может быть хорошим, когда пытаешься завалить какого-нибудь... Я стреляю. Дэви, один есть. Определенно левша, курит Редвуд, бородатый и, возможно... Азербайджанец. Или когда-то им был. Сойдет, Стив, готово. И на этом все, друзья мои. Вы оба молодцы. Ну вот теперь меня ждет матч в ракетбол, Тревор. Я бы хотел, чтобы ты позаботился о мистер Кей. И что я должен делать с этим мудаком? Скажем так, он уже нам не пригодится. Нет, пожалуйста, не надо. Заткнись. Вот умница. А, он отключил, я думал, он сдох. Давай, пошли. Куда ты меня ведешь? Давай, блин, пошли. Эти долбанные чинуши мне не указ. Тогда зачем ты меня пытал? Хватит этих долбанных вопросов. Вставай, пошли. Давай, поднимайся этим по этим сраным ступенькам. Да твою мать. Вставай, пошли. Так, тебе нужен самолет. Ясно? Поехали в аэропорт. Надо пристегнуться. Так, чего? Езжайте в аэропорт. Смотри, смотри, а Тревор-то, я так понял, его хочет это, не убить, а спасти, короче. Я так понял, ФБР намекнул ему, что типа он нам больше не нужен, его надо убрать. Эй, как твой рот? Болит. Говорить можешь? Более-менее. Справишься? Я хочу домой к своей семье. Не-не-не, у тебя нет дома, нет семьи, с этим дерьмом покончено. Есть, они в Морнингвуде, и я их очень люблю. Нет, это все в прошлом, теперь ты вне системы, ты невидимка. Отвези меня домой. Я отвезу тебя в аэропорт и сядешь в самолет. Улетишь из этой страны, передашь послание всему миру. Нет у меня никакого послания. Ты ходячая реклама пыток. Реклама? Пресса и правительство хотят убедить нас, что пытки – вещь необходимая. Якобы они помогают получить информацию, разве мы получили от тебя какую-нибудь информацию? Я бы и так рассказал все, что знал. Именно, пытки нужны тому, кто пытает, или тому мудаку, который отдает приказ пытать. И чего уж там, люди пытают ради получения удовольствия, для получения информации пытки не годятся. У меня голова идет кругом. Иногда ты пытаешь, потому что их жертве это нравится, но только за большие деньги. Подъезжаем. Меня вот никто в аэропорт не отвозит. Все, приехали, вылазь. Мы на месте. Беги. Ты свободен. Но здесь моя семья. Скорее всего, они тебя и выдали, ясно? В общем, никому больше не доверяй. Теперь ты один-одиношенек. Правда? Да, правда. Теперь вали. Вымытайся.
Давай. А люди такие сидят себе похер. Он себя добил, короче. Он себя там добил. Ну смотри, Тревор, блин, Тревор все равно, в принципе, хоть он, знаешь, и пытал этого чувака, но Тревор все, в принципе, все равно добряк, да? Тревор все равно молодец. Он пытал, потому что у него нет выбора, в принципе, да? Он все надеется, что правительство, короче, поможет с освобождением Брэда. Поэтому ему и приходится получать вот эти вот, ну, выполнять вот эти вот грязные поручения. Я думаю, так бы, блин, Тревор бы хрен бы начал пытать. Хотя фиг знает. Кто знает, да? Так, погоди, у меня что-то блинкнуло. У меня что-то там... Тревор, ты еще не нашел того паразита? Время, деньги. А, блин. Точняк, я запамятовал. Извини. Ральф Островский. Я помню, помню все. Блин, а что мне так подгружается-то долго? Я помню, помню. Блин. Это слишком. Это искать, это то же самое, знаешь, как и... части инопланетного корабля искать. Это слишком, блин, муторно. Наверное, заниматься этим не будем. Так, погоди, я приехал, короче, на жатву. Хочу попробовать жатву. Давай еще раз. Во, смотри, заработал. Классная штука, чувак. Эй, что это за мудак? Что за дела, кореш? Что ты здесь делаешь, чувак? Это ты мне? Тебе, пидор. Чего? Я с тобой разговариваю, пидор. Ты что, меня не слышишь? Да, мне это надоело. Я не... Чего? Юридически, если нет пенетрации, то нет и секса. О, черт! Падла. 30 членов банды. Ага. Ну, сейчас я над вами оторвусь. Вы в прошлый раз, короче, меня тут... Куматозили меня тут в прошлый раз. Теперь моя очередь, мать вашу. Теперь-то я оторвусь, мать вашу. Ой, что-то рвануло, погоди. А что взорвалось-то? О, да ладно, он с ракетницы херачил. Я думаю, что рвануло-то? Сверху-то никого нет. Так, сколько мне надо? 13. Я 13 убил, мне на 30 членов банды надо убить. О! Что это? Сдохни. Давай, перезаряжай, Тревор. А ты еще... Я еще из АК-шки стреляю, да, походу? Ну-ка. Еще машина едет. Да кто там? Так, я 22 замочил. Я думаю, справимся. Давай, речь. Там сверху, наверное. А, вот. Вот ты где. Хорошо, хорошечно. Сзади. Все. Все четко. О, еще-то. Да вы завтра. Стой! Фу. Вот это было близко. Еще одна тачка. А, или это старая тачка. Та тачка не едет, это старая тачка, походу, да? Там, а, вон, смотри, наверху сколько их. Как арбузики полопались. Кто? Блин, еще тачка, смотри, откуда прилетела. А там на трамвае, что ли, ко мне едут? Все четко. Наконец-то мы справились с этой жатвой. Так, а патроны мне здесь не собрать, да? У них тачки такие почти одинаковые у всех, да? Ну, почти. А где моя? А куда мою тачку дели?
А чё у меня грузовик-то так перевернут, а ты чё? Что это с ним? Кто постарался, мать вашу? Что это? Ладно, друзья, вот. На этом я буду заканчивать. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. И с вами был Валерий, всем пока.